подготовили к новому сезону очень много сюрпризов для вас. Как по содержанию, так и по картинке, по форме. Ну, я не буду рассказывать об этом сам. Мне поможет моя главный редактор подробностей недели, Лариса Задорожная. Лариса, поприветствуйся, пожалуйста, со зрителей. Со зрителями давай расскажем, что мы хотели сегодня рассказать и что показать. Здравствуйте. Вот действительно, мы сегодня запланировали рассказать вам о том, что будет с гривной, о новом политическом сезоне, о встрече большой двадцатки в Китае, о нелегальной добыче янтаря. Которая продолжается до сих пор. Которая продолжается. И об эффективности национальной полиции. И вот ту самую эффективность национальной полиции мы испытали сегодня на себе. Сегодня с самого утра около офиса наших новостей дежурили несколько полицейских. Вот с самого утра я пришла очень рано, они сидели вот около входа. Как при дежурстве полицейских смогли в здание прорваться 20 человек? Но тут самое интересное другое. Полицейские ушли от здания за 15 минут до нападения. Я никого не обвиняю, я просто констатирую факт. Ну, а мы сегодня вам все равно попытаемся рассказать и о новом политическом сезоне, и о том, что нас ожидает с экономикой, с нашей гривной, что у нас будет в наших карманах. Так что, Леша, хорошего тебе эфира. Спасибо, Лариса. Неожиданный и необычный старт сезона в таких